Минулий тиждень був дуже насичений важливими заходами. Я хотів би напам'ятати вам, якими це були заходи та відкриття. Починається з понеділка, з відкриття приємно-діагностичного відділення у лікарні номер 10. Це абсолютно нове відділення екстреної допомоги. І мене дуже вражило те, що яка там операційна, дай Бог нікому там не бувати. Но совершенно новое оборудование, реаниматолог, хирург, специалист этого профиля продемонстрировал новые возможности по спасению людей. И они, конечно, впечатляют, где возможно делать внедрение всех современных возможностей медицины. Что спасет, я думаю, будет спасать жизни одесситов. Потом открытие нового сучасного палацу дитячої та юнацької творчості біля школи номер 33. Новий вигляд набула і сама школа, і територія навколо. З'явився там сучасний стадіон. Це, я без перебільшення хочу сказати, наголосити на тому, що це єдиний такий центр в нашій державі. Єдиний поки що за роки незалежності. І ситуація дійсно впечатляюча. Впечатляющая своими размахами и содержанием. Також після капремонту відкрила і школу номер 41 разом з міжнародними партнерами, Європейським інвестиційним банком, який профінансував частину робіт. Всі ці об'єкти відремонтовані в рамках програми президента «Велике будівництво». Це програма президента «Велике будівництво» разом з містом Одеса. Разом з профільними міністерствами в четвер ми провели важливий форум, присвячений реформі системи шкільного харчування. До речі, міністр освіти та охорони здоров'я відвідали палац творчості та лікарню номер 10 та залишиться задоволеними проведеними роботами. Ну, хочу вам сказати, що подякувати, Олена Валеріївна, насамперед вам, тому що проведена величезна, кропотлива робота, яка має сьогодні, я думаю, що потрібно тиражувати на всю Україну. Тому що я благодарен і вдячний першій леді Олені Зеленській, яка під її патронатом відбувалися ці всі зустрічі. Але було дуже приємно, що в Одесі і на цьому форумі було, як кажуть у нас в Одесі, що сказати. І ми виглядали там, як действительно тот флагман движения в этом направлении. Это заслуга нашего департамента освіти. Дякую вам, дякую вашим працівникам, дякую всім, хто причастен до цього. Ініціатива була наша, я благодарен депутатському корпусу, тих, хто контролював, мав свої пропозиції, внесли ці пропозиції. Нам треба, це перший крок, я так вважаю. Нам необходимо сегодня думать дальше, потому что те инициативы или те интересные вещи, которые я бы услышал, они требуют хорошей проработки. Я, конечно, понимаю, что, конечно, хотелось бы наших деток, чтобы они кушали, как говорят сейчас, рестораторы из-под ножа. Тут же порезав салатик и накрыл его, когда он свеженький еще. Но есть реалии. И когда мы зайдем в пищеблок наших школ, мы увидим, женщин, как правило, опытных, я не хочу говорить взрослых, да, взрослых женщин, опытных, которые готовят на такое количество школьников. Школа в Одессе – это не 100, не 200, не 300 человек. Бывают школы, в которых у нас более до 200 детей, до 2000, прошу прощения, детей. Конечно, приготовить это все из-под ножа быстренько, так как показывают в кино или там показывают на битвах кулинаров, как они быстренько, лихо так стругают эти все овощи, красиво это все выглядит, эффектно, то надо перенестись в реалии и посмотреть, как это происходит. На это надо обращать внимание и особенно сравнить немножко заработные платы у повара, который так режет все из-под ножа в ресторане, и зарплаты у нас у работников пищеблоков, наших поваров. Какая зарплата, вы не можете сейчас сказать?
наших. От 5 до 7 тысяч, в зависимости от количества детей, которые... Надо уточнять, не долларов и не евро. Нет, гривен. Вот. Но, тем не менее, я смотрю, что я рос в детской школе и кушал в детской школе. Всегда вкусно, всегда. Что касается другого, над чем еще нужно думать. Первое, это, как говорится, персонал. По ремонту пищеблоков, я считаю, что мы здесь тоже сегодня впереди Украины всей. И начали мы это делать с 2014 года, абсолютно правильно начали делать. Наличие оборудования. Потому что было высказано о том, что кушать жареное сегодня не модно и не полезно. Однако то оборудование, которое позволяет готовить другим способом, достаточно дорогостоящее. Ну, мы, я думаю, что предложим здесь еще данной программе, предложим наши достаточно уже испробованные наработки. Я думаю, что они будут тиражироваться. И, конечно, одним из направлений, на которых я прошу вам обратить внимание, и необходимо обратить внимание при разработке данной программы и заботе о здоровом питании наших детей, это качество продуктов. Самое главное, что сегодня мы все живущие здесь, у нас дети, у кого нет, то будут дети, и мы, конечно, хотим кушать здоровую, полезную пищу. Но если мы сегодня говорим, что купить курочку, которая сегодня не напичкана, как мы в простонародье говорим, и кормится она тем, чем она должна кормиться, чтобы она была здоровой, вкусной, найти этого все меньше и меньше. Найти качественное молоко все труднее и труднее. Найти качественные продукты питания тоже сложнее. То здесь мы должны говорить и в этом направлении. Где эти наши хозяйства, которые раньше были так называемые колхозы и прочее, которые выращивали действительно экологически чистый продукт, и мы это кушали, сегодня это гораздо сложнее. То есть это также является предметом всестороннего изучения и принятия определенных решений и выработки предложений. Обратите на это внимание. А в целом, дякую вам за такую работу. Далее, что відбувалося на минулому тижні. КП «Одесмиск-Электротранс» презентувало два нових трамвая «Одесей». Ще в нас виходять на лінії два трамвая новеньких наших «Одесея», які сьогодні пользуются спросом. Вони виходять на маршрути. Ми підготовили і випустили на лінію, выпускаем на линию три электробуса и открываем новый маршрут с железнодорожный вокзал до улицы Корнюшина, по улице Балковской. Вы знаете, что на протяжении лет 20 там отсутствовал наш транспорт, городской транспорт, я имею в виду, а были только частные перевозчики. Это первая, как говорится, ласточка. Будем увеличивать количество там электробусов, выпускать, дозакупать. И я прошу тут же подумать, Сергей Николаевич, вас, подумать о следующем направлении, это Днепропетровская дорога. Поскольку там нет трамвайного сообщения, там нет троллейбусов, и хорошо бы было, чтобы мы там предусмотрели движение, может быть, закольцевать как-то, но Суворовский район большой, Днепродорога Заболотного, Добровольского. Посмотрите, пожалуйста, ваши пропозиции щодо забезпечення громадським транспортом. Ну і, звісно, завершився тиждень масштабними спортивними та культурними фестивалями. В суботу у День фізичної культури і спорту ми привітали паралімпійців та вручили муніципальну премію «Спортивна столиця». Також цей день пройшов фестиваль «Оксимитовий сезон» в Одеській опері, а у неділю відкрився фестиваль «Золоті скрипки Одеси». Я вам нагадав, що ми, як ми працювали. Це велике навантаження на нас з вами, на, в цілому на міську раду. Але я дуже хочу подякувати вам за, в цілому за роботу, за взаємодействие, за качественную підготовку мероприятий всіх, без исключения департаменту, управління, всіх наших сотрудників. Що стосується наступного, цього тижня. Мы не избавляем темпа, как вы поняли. Все идет у нас достаточно так плотненько. Но это, с одной стороны, и радует. Радует то, что сегодня Одесса становится действительно такой масштабной всеукраинской и международной площадкой для проведения различных форумов, встреч и так далее.
на этой неделе у нас, ну, помимо сессии, которую готовим мы, плановая сессия Одесского городского совета, мы готовим международный инновационный форум «Одесса 5Т». Форум сегодня, который набирает с каждым годом все больше популярности и все больше интересуются и компании, и инвесторы, потенциальные инвесторы Украины и Одессы. Поэтому мы готовим форум, я уверен, что он будет интересным и насыщенным. Готовим его немножко в новом формате. Я думаю, что я одесситам и приглашаю всех. Игорь Николаевич, прошу вас проинформовать депутатский корпус. Кто хочет, надо прийти, посмотреть, послушать и участвовать. Также, вы знаете, набирает ход у нас наши отношения между городами Одесса и Генуя. Мы создали офис урбанистики и реставрации и тем самым дали импульс, хороший импульс по объединению усилий, по приведению в порядок нашего общественного пространства. То, о чем мы так много, что Одесса должна быть уютная, и жителям и гостям нашего города было бы интересно в ней жить. Сегодня есть новые технологии, новые какие-то веяния, поэтому мы смогли, на мой взгляд, найти общие цели и задачи, что-то общее, что нас объединило среди тех урбанистов, которые есть в городе, таких людей, фанатов своего дела, архитектуры. Поставлена нам задача нашей архитектуре выйти на совершенно новый уровень взаимоотношений, и в том числе и создание своего информационного портала, абсолютно нового, обновленного, он есть, но обновленного, в современной стилистике, в современном ключе, и рассказывать о наших совместных проектах. Поэтому это очень интересно. И у нас пройдет форум урбанистов 14 вересня, будет такой форум урбанистов. Я прошу подготовиться, и прошу наш департамент информации, чтобы мы это показывали, разговаривали, говорили, чтобы про это почули люди. Также пройдет у нас всеукраинский объединенный женочий форум «Дева, Жінка» 17-18 вересня. А? Всех чоловіків могут не приходить, але квіти, там якісь там подарунки могут передавати, так? Крім кого, до Одеси їде представник управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах беженців Кароліна Лінхольм. З 2014 року Одеса прийняла понад 32 тисяч внутрішньопереміщених осіб та сьогодні продовжує приймати беженців. Тому я прошу нас всіх, щоб ми підготували до цих форумів, до цих мероприятий, які ми запланували, щоб ми якісно їх провели.